мальчики, всем зрителям привет. Мы едем на Лейки, на рыночек овощной и одежда, как говорится, ну, шмотки. Кочки, дорога здесь такая, вся рытая, перерытая. Вон бабушка, видите, с рыночка тащится. На, иду, опану. Там чуть правее, на следующей улочке, рынок. Вот. Такие вот вещи, надо купить что-то. Может быть, я вам сейчас засниму цены, которые сейчас на рынке овощей и фруктов. И, ой-ой-ой, извиняюсь, трясет, здесь такая дорога. Увидим. Сегодня у нас насыщенный день. Надо. У меня же не обязательно. О, дом построился. Смотрите, какой уже. Помните, мы только ехали, еще только котлован копали и заливали. Мама, пану, иду. И это самое. Дом уже, видите, как проходит быстро. И у нас сегодня насыщенный день. У меня опять нет большой карты памяти на этом телефоне. А, здесь одежда. И руха до пуляди. Одежда здесь продается. Фама. Фина кто квакает? Что-то квакает. Это вот это авто и до. Вот этот вот квакает. Что-то квакает так. Перемены на вгойгу. Шмотки, я не буду снимать всякую хрень. Здесь этот черт квакает, какая-то херня, сигнализация. Снимать не буду. Квакает, что квакает, не знаю, квакает. Вот такие вот дела. Здесь тоже дом строится. Пойдемте. Подальше от этой квакалки ставит мотоциклетку. Приехали на овощной рынок. Сейчас посмотрим, что здесь, поскольку стоит. Ну, народу очень много. Как заснимовывать здесь, я не знаю. Ветер. Ветерочек такой. И волосы у меня пушистые и раздувает. Вот. Такие вот вещи. Ладно, сдуваются. Он загонит. Да, а что ты катуй в авто? На, иду катуй. Киев. Ну, загоняет. Черешня 2,5 евро или что там? Черешенька. Вась покупал мне 2 раза, я уже наелась, я уже не хочу. Мужик уже продал все, у него был вот такой вот фургончик. Продал черешенку. Или вешает, сколько у него осталось. Здесь крупы, яйца, вот такие вот цены, видите. Такие вот дела. Так, картошка там продается. Пойдем найдем наших знакомых, рыбку посмотрим, сколько стоит. Оставайтесь. Так, снимать неудобно. Еще дадут по шишке. 2 евро вот такая фасоль. Лук стоит 65 центов. Морковка стоит 1 евро. Что-то льется здесь, мед. Мед не написано, цена. Лук 75 центов, чеснок, я не знаю сколько, картошка 75 центов, помидоры 1 евро 70 центов, апельсины, так, здесь не знаю сколько стоит, бадзария 1 евро, кабачки 70 центов, рубль 50 центов, ой, цветочки, 2,50 черешня. Еще цветочки. Так, там тоже цветочки. Всякие. Нам надо купить этот самый, баклажаны. На обратном пути. Алисум сколько? 50 центов алисум стоит. Рыба. Вайму псарья. На некоторых ценах не написано. Гаврус 3 евро. 6 евро в меланурье. Вот это вот не знаю. Лук. Чеснок 3 штуки, 1 евро. 3 штуки, 1 евро. 2 евро абрикос. Ой, персики.
яблоки 50 центов. Вот. Ох, нахурай автобус. Масло не написано, сколько стоит. Абрикосы свежие. Кабачки свежие, помидоры. Так. Сейчас рыбку покажу, может быть, будут цены, потому что не на все рыбе цены. 3 евро сарделя. А в той не ты, не сарделя, баю. Сейчас на пару мы напишем. 3 евро. 5 евро. 3 евро вот это вот. Так, 3 евро здесь черешня. Что еще у нас? Помидоры здесь маленькие, 1 евро. Травка 1 евро. Здесь 70 центов лук, 70 центов лук. Все, цена 1,50 маленький такой перчик страшненький. Огурчики 1 евро 5 штук, что ли, или 3 штуки. Все, цветы здесь. Ну все, все остальное одинаково, все продаю, девочки, мальчики. Хочу вот этот купить, полосатый цветок, вот этот вот. Надо купить. Ваймо, телолудья мас. Вот эти вьющиеся красивые. О, фраула. Тесра евро. Какие-то фраула. Тесра евро. Этими с песня фас дрожь. Тесра евро. Не, уреда, не. Киви 1,5 евро. Вишня стоит 4 евро за килограмм, черешня 2 евро. Абрикосы. Такие здоровые, 1,5 евро. Петунья. Вот такие вот вещи. Так что вот так вот. Ну что еще? 1,5 евро. Ну все, вот такие вот цены. Видели все. В основном все одинаково. Это летние продукты. Груши стоят 1,5 евро. Все. Оливки стоят 4-3 евро. Вот. Остальное все одинаково. Рыбки, все остальное. Все, что зацепило, смогла вам показать. 10 евро. Что за рыба такая? 10 евро большая. Финн в тупсаре. Да. Фагри 10 евро рыба. Ну все, все, девочки, мальчики, на меня народ смотрит. Жара страшенная, девочки, мальчики, Вася заехал за хлебом. Ой, на здесь у него льется. Туда, на кротавый. Дай сюда, говорю, я буду держать хлебушек. Хлебушек в деревне. О том, что приехали в понедельник, еще тоже был у нас. И ваймо. Пиво ты, купила синенькие, девочки, мелидзаны. Купила один цветок, называется морской ёж. Потом покажу. И картошки, все. Мы едем домой. Жара страшенная, невозможно даже близко. Все, и мы поедем домой, потому что все. У меня во рту пересохло, все пересохло. В горле пересохло. Очень жарко. Время 10:30. Такая жарень страшная стоит. Хоте вакату, ваю. Вот так вот. Цены вы посмотрели? Я не знаю, посмотрели, не посмотрели. Нажимала, не нажимала. Ну так, знаете, опа. Не так сильно, короче, подорожало все. Давай, привет. Опа. Села я на мотоциклетку нашу. Где потом? Не ставь ноги на асфальт, говорит, садись на мотоцикл нормально и ногами не упирайся. Вот, ворчит на меня. А люди, видите, позатарились. Нормально так. Мне ничего не надо. Мне бы ничего не варить, мне бы ничего не делать. Магазинчик здесь, сварщик работает железный. Заборчик красит. Все, светофорчик.
Мы сейчас поедем до дому, сейчас надо купить хлеба по дороге. И мы будем собираться в деревню. Сегодня у нас кушать не надо варить, я вчера кушать варила. Вчера не снимала видео, девочки устала. Устала психологически. Нам пришло счет на за свет 500 евро. В нижний магазин нашему зятю пришло 300 евро. Короче, здесь Греция скоро поднимет этот самый восстание, наверное, по таким ценам. Здесь у нас есть металлургический заводик, который плавит металл. Им пришел счет, раньше приходил счет 2 миллиона, ну, за свет, а сейчас пришел 5 миллионов. И говорят, что же мы будем делать с такими миллионами за свет? Представляете, 5 миллионов за свет только платить. Увидимся. Кофе сделала, сейчас попью вот столечко всего лишь. Я с утра кофе сейчас не пью. Сейчас сынка приехала, так хочется кофеечку. Сейчас вот так вот. Я сразу несколько так. Не сразу все вот это вот выпью, а потом еще оно будет холодное. Лайс утром пил кофе здесь, а я маленький стаканчик молочка выпила. Так, здесь сейчас. Лайс пошел умыться. Давайте я покажу, какой я цветок купила. Это Костя с кофе пить, и я сейчас в темноте, вот так вот, в этот самый, где солнца нету, сяду и буду пить. Очень жарко на улице, у меня видео грузится, это самое, в Яндекс.Дзен. Кто не знает мой Яндекс.Дзен? Вот, подписывайтесь. Яндекс.Дзен продали, сейчас, что толку туда загружать? Для меня это просто я загружаю, чтобы меня не потеряли, кто потерял на Ютубе. Вот. Открою, Люда, Твиттер. Открою я Твиттер, я вам сообщу. Оставлю ссылки потом в Ютубе и здесь под видео. Некогда мне сейчас. Просто нет настроения. Вот. Такие вот дела. Спросили, Люда, поедете в этом году куда-то в путешествие? Девочке пришел счет 500 евро нам в этом месяце. С пенсии отдать надо 500 евро. Не считая того, что нам надо покушать, за телефон заплатить, за воду заплатить, за бензин хотя бы затарить в машину. Ой, солярку. Она на дизеле работает, дизель. И, как сказать, и надо нам колеса еще, и масло сменить в машине. Вот в этом месяце все сделать. Где войдешь в этот самый, в пенсию? Раньше, когда... Раньше тогда, когда мы с Вайсом женились, встречались, его пенсия очень была хорошая, да, тогда? Тогда он зарабатывал очень хорошо. Сейчас, когда вышел на пенсию и начал получать пенсию, это все ушло не туда, куда надо, с нашими кризисами совсем. Так, Костасу кофе надо налить. Кофе тоже Костас попьет. Оп. Столько ему хватит, он туда водички нальет, ой, молока нальет и все. Вот такие вот дела, девочки, мальчики. Сейчас не до путешествия. Мы путешествие у нас в этот самый, в Милину. Как только куда-то поедем, вы все узнаете, вы все увидите, я сразу вам засниму. На этом я прощаюсь, и будет другой влог. И увидимся в другом влоге. Всем пока. Я ответила на два простых комментария, которые мне писали в личку. Я сейчас вам ставлю лайки и сердечки под старыми видео, которые 3-4 года. Ну, вам ставлю лайки и сердечки. Чтобы эти комментарии уходили, они без моего ответа, они стоят у меня в этом самом, в Ютубе. И я вот так вот вам ставлю, знаю, что я перечитываю их тоже. Интересно. Интересно было читать ваши комментарии, которые вы писали 3, 4, 5 лет назад. Вот так вот. Кто получает от меня сейчас сердечки и лайкики, вот знаете, что я ваш комментарий все заново прочитала. Увидимся, всем самого всего хорошего. Ирине, как говорится, греки, мир Ирине и всего-всего-всего-всего.